Вандалы осквернили памятник Симоне Вейл, политика и писательница европейско-французского происхождения в городе Ла-Рош-Сюрьон. На постаменте злоумышленники написали: «Конституция убивает наших детей». Облили его краской, а вокруг разбросали куклы младенцев, облитых краской, имитирующие кровь. Так местное отделение крайней правой организации «Аксиом Францез» выразило свое недовольство тем, что несколько дней назад во французской конституции было закреплено право на аборт. За внесение в основной закон положения о гарантированной свободе на прерывание беременности по желанию женщины проголосовали обе палаты парламента. За высказались 780 депутатов, 72 против, а 50 воздержались. Аборты во Франции декриминализованы с 1975 года благодаря закону, получившему имя Симоны Вейл, юриста, политика и писательница, возглавлявшей тогда Минздрав.